Андрей, добрый день. Специально для вас снимаем это видео. Давай покажем. То есть вопрос был в чем? Вот мы специально сейчас купили мобил. Мобил, вот именно этот. Мобил 0.40. Сразу хочу видео сказать, что по химическому анализу масло действительно одно из лучших. То есть состав у масла хороший. Но у нас вопрос возник в том, что мобил мы купили за 790 рублей, а наше масло стоит 1016 рублей, налевка. Вот. И почему цена отличается от мобила? И вы спрашивали у меня, какими такими износными свойствами, в чем отличие мобила от вашего масла? Вот сейчас и хотим продемонстрировать, в чем ключевое отличие нашего масла от данного мобила. Вот, то есть смотрите, суть в чем, если не видели, не знаете, вот эта машинка трения, на ней мы проверяем прочность масляной пленки в одинаковых условиях разных масел при каких-то экстремальных нагрузках. Пусть это какие-то кратковременные нагрузки в двигателе, там, неважно. Вот, условия абсолютно будут одинаковые, что для нашего масла, что для мобила. Итак, значит, у нас вот эта вот часть будет вращаться. Вот сейчас мы тут зачистили поверхность подготовили. Она видно, что без каких-то. Ну давайте еще. Давайте, подождите, еще немножко зачистим, чтобы с самого начала процедуру. То есть мы убираем какие-то крупные задиры. Все, поверхность подготовили. Крупные какие-то задиры убрали. Скрываем на камеру мобил. Вот он мобил наш. Заливаем в ванночку. И сейчас вот эта обойма от подшипника будет вращаться, а ответной деталью мы поставили новый ролик от подшипника. Видно тоже, что он без каких-то видимых задиров у нас. Угу. Вот, она будет ответной деталью в трении. То есть вал будет зачерпывать сейчас у нас масло. То есть таким образом пара трения у нас постоянно будет со смазкой. Одеваем. Надели, вот так вот это все выглядит. Все, включаем и начинаем нагружать. Ну и как-то сбоку так снимайте, чтобы видно было еще и амперметр, может как-то в кадр будет попадать. Все, рубаем, поехали, мобил у нас. Каждый блин 550 грамм. Раз. Все, заклинило. 4 блина мы положили. Клин произошел, амперметр до 5 подскочил. Вот, то есть при нагрузке, грубо говоря, в 2 килограмма где-то на масляную пленку мобила, масляная пленка не выдержит. Ну давайте еще раз попробуем, экспериментируем. Вот такой износ у нас. Получился на ролике. Давайте его перевернем. Вот так вот сделаем. Рядышком еще сделаем. Опять с тем же мобилом. Включаем.
второй раз, амперметр до упора подскочил, все, заклинивание. 4 блина, 2 килограмма. Подальше отходи, чтобы видно было вот эти вот блины, все видно было. Все, вырубаем. Один блин 550 грамм. Давайте еще раз посмотрим. Износ. Угу. Вот сейчас опять переворачиваем на новую сторону. На новую сторону ролик. Сталь подшипниковая, шаха 15. Вот здесь, если тоже посмотрим сейчас поближе, видно, нет, задир появился металлический. Вот дорожка. Ну, там уже масло зачерпывается. Вот дорожка, она в задирах таких, в рваных. Вот сейчас мобил сливаем. А эти погребы. Я ворошу листочки сучком, ногами крошу, бурелом ищу белые грибы. Опять забираю отряд пищу от лисичек, сыроежек и маслят, но больше всех а бабки я люблю, а бабки. А, нам надо подготовить сейчас также поверхность, как мы делали с мобилом, чтобы все было по-честному и одинаково. Вот, кстати, сейчас отчетливо видно эти задиры. Вот рваная дорожка. Сейчас мы их уберем. Такие сильные, видимо, убрали. Все, и заливаем 0,40 наше. Также его болтаем, как мобил. Или Акора 0,40. Также оно будет у нас зачерпываться все. Все, еще раз показываем, что вот опять на новой стороне. Ну вот после мобила задир, вот наша будет вот рядышком. Все, то же самое. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Блина. Пять. Ты длины снимай. Шесть. Семь. Восемь. Уже в два раза больше нагрузку превысили, чем мобилу давали. Никакого противного скрежета, ну, не ощущаем. Девятый блин. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. В три раза больше дали нагрузку, чем давали мобилу. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. В четыре раза больше нагрузка. 17, 18, 19, 20, в 5 раз больше нагрузка, чем давали мобилу.
Ну, давайте. 21-й. 22-й. 23-й. 24-й. В 6 раз больше нагрузка, чем давали мобилу. Не клинит, и амперметр изменился совсем чуть-чуть. Масляная пленка не рвется при нагрузке в 6 раз больше. А теперь самое интересное. Переворачиваем и смотрим износ. Вот маленькая такая точечка. То есть при нагрузке в 6 раз больше, износ в десятки раз меньше. Вот в чем ключевое отличие нашего масла. Вот в чем отличие. И на самом деле цена, разбег за литр, там 220 рублей получается между нашим и этим мобилом. Но это не критично. Это если бы наша стоила 1600 за литр, а мобил там 800 рублей, тогда да, в два раза дороже. Это критично. А так это нормально, когда один производитель дороже там на 100, на 200, на 150 рублей другого. Кто-то дешевле. Да, и самое, что интересное, дорожка, смотрите, какая. От мобила, как мы помним, она вся была разорвана, а от нашей получается такой глянец. Поверхность накатывается глянцем. Вот такая же поверхность будет в парах трения, в узлах трения в вашем агрегате. Вот, собственно, и все. Вот об этих антиизносных параметрах я вам и писал. Все, спасибо. Если есть желание, мы с Екатеринбурга, вы тоже с Екатеринбурга, всегда в любой момент можете подъехать с каким-то своим маслом, и все, при вас сами все посмотрите, сами положите эти блины, сами все пощупайте, потрогайте, вообще, без проблем. Ну все.